В Петропавловске полицейские поэтапно в течение 3 недель охватят рейдами все микрорайоны. По инициативе исполняющего обязанности начальника департамента полиции Курмангали Исмагулова стартовала серия рейдов на территории всех 13 участковых пунктов полиции. С 22 июля по 8 августа полицейские проверят подотчетных граждан по всему городу. Цели и задачи – профилактика правонарушений, недопущение преступлений в состоянии опьянения и со стороны ранее судимых лиц, а также общее оздоровление криминогенной обстановки. Бегов Мобайл, знаете, да? Не знаю, я там не понимаю. Я вам сейчас покажу. Вот, у вас же у всех есть смартфоны? Есть. Вы же все звоните, да, в WhatsApp и так далее. В отработках участвуют сотрудники областной и городской полиции, участковые инспекторы, ювенальные полицейские, оперативники, криминалисты и другие. Всего задействовано около 100 полицейских и добровольцев. Открыла серию рейдовых мероприятий отработка на территории участкового пункта полиции номер 1, обслуживающего центр города. На разводе Курмангали Исмагулов нацелил личный состав на комплексующую работу по профилактике правонарушений, разъяснению законодательства, предупреждению фактов мошенничества. Проведенный анализ показывает, что основная масса преступлений совершается в областном центре, практически 80%. Задействованным в рейде поручили дополнительно разъяснять горожанам алгоритм активации добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов в личном кабинете ЕГОВ, раздавать визитки с контактами участковых и памятки против интернет-мошенничества. Разработано было 50 маршрутов. В каждом маршруте имеется списки подотчетных лиц, списки охотников, списки жилья, сдаваемых в аренду на территории. Также выявление несовершеннолетних, которые находятся без сопровождения родителей. Данная отработка будет проводиться как в дневное время, так и в ночное время. Эту неделю отрабатываем чисто центральную часть города. После переходим на территорию первого отдела полиции. И уже в следующей неделе у нас будет второй отдел полиции. По месту жительства проведено 105 подотчетных лиц. Из них 15 страдающих алкоголизмом, 10 ранее судимых и 3 неблагополучные семьи. Выявлено свыше 50 правонарушений. Из них больше всего нарушение правил благоустройства и проживания без регистрации либо документов. Выявлен факт незаконного хранения алкогольной продукции в магазине по улице Горького, не имеющего соответствующей регистрации. Изъято 99 литров алкогольной продукции. Собран административный материал. Профилактические рейды полиции продолжаются. Алихан Джексабаев при содействии пресс-службы департамента полиции.